Нынешняя тупиковая ситуация в вопросах мира между Азербайджаном и Арменией создавалась армянской стороной. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился руководитель движения карабахских армян Артур Агаджанов. Нагорный Карабах является частью Азербайджана. За нас никто не будет это все решать. Давайте будем честны. Нынешняя тупиковая ситуация создавалась именно армянской стороной. Ереван пытается сейчас реанимировать Минскую группу ОБСЕ. Где логика армянских политиков? Как можно посадить вместе представителей России, Франции и США в нынешней ситуации и решать что-то? Выход для Еревана только один. К тому же, это правильный и реальный выход. Не затягивать переговоры с Баку, а также установить добрососедские отношения с Азербайджаном. Агаджанов добавил, что карабахские армяне должны готовиться к интеграции в азербайджанское общество. Что касается карабахских армян, то они должны понять, что интеграция в азербайджанское общество будет идти постепенно. Им надо готовиться к этому процессу, отказаться от сепаратизма, который за более чем 30 лет ничего хорошего им не принес, а также ставит под сомнение их нормальное будущее. Интеграция принесет пользу, в первую очередь, самим армянам, сказал руководитель движения карабахских армян Артур Агаджанов. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.